Жители Криворожского района продолжают получать гуманитарную помощь от наших друзей из Испании. Благодаря этому народу, который остался неравнодушен трагедии в Украине, мы получаем гуманитарную помощь в виде лекарств, в виде продуктов питания, детского питания, продуктов долгого хранения, теплые вещи, одеяло, одежду. Цю допомогу передають у населені пункти Криворізького району, де люди мають обмежений доступ до найнеобхіднішого. Каждый день фуры идут постоянно в Кривой Рог, разгружаются. Эта помощь передается. Порядка 14 громад Криворожского района получают помощь. Наиболее важны на сегодняшний день медикаменты, наиболее важны продукты питания и детское питание. Это то, что люди просто ждут как Бога. И мы разгружаем, сразу же ведем, фасуем, передаем. Максимально стараемся помогать людям, чтобы они чувствовали, что они защищены. І у них є допомога. Будемо продовжувати це робити. Ось цей вантаж з Іспанії вже четвертий з початку воєнних дій. Займаємося також поставки, організовуємо, будемо намагатися з інших країн, але найбільше сьогодні допомагає нам Іспанія, іспанський народ. Ми дуже їм благодарні, дуже організовано, з любов'ю, бачимо, ці коробки передаються. Це дійсно допомога, вона дуже значима для нас. Все це організовується в фурах і все це доставляється на границю. І ми, відповідно, займаємося повністю доставкою, логістикою, перегрузкою, розподіленням і немедленно доставкою в громади. Особливу подяку представники фонду висловлюють директору КП «Фармація» Олександру Клітному та його провізорам, які у холоді сортують медикаменти. Громади Криворожського району – це всі села, поселки Криворожского района и города, которые входят в Криворожский район. Это более 100 тысяч человек. Мы стараемся развести в каждый поселок, доставить людям. Это и коляски инвалидные, это и коляски детские передают. Мы сделали группу, мы сделали чаты, мы сделали опросники. Все громады с нами на связи, они отзываются. Мы стараемся везти туда, где это действительно нужно. Если это инвалид, это привозится в дом. Мы стараемся доставлять то людям, что они пишут, что им нужно. Если это где-то детский дом есть, мы везем в детский дом. Если это есть интернат, мы везем в интернат. То есть громады, руководители участвуют в этом, фасуют детское питание туда, где это нужно, передаются памперсы. Спасибо огромное, это тоже нужно деткам памперсы. Если там памперсы для взрослых, мы это везем в той же Софиївці, в дом престарелых. Тим часом ведеться робота із пошуку інших напрямків отримання гуманітарної допомоги для громад району. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко. Цей день.